Уезжай, что ты мешаешь, что ли? Вон уступай. Вон уступай, видишь, машина уже стоит. Дорогу уступи. Езжай. Дорогу уступи, он сейчас его обезжает. Давай, езжай, езжай. Давай, езжай, давай. Езжай, давай. О, менты, давай, давай. 46-й номер, запомнил? Ну, да? Опа, ушатался. Врезался. Видел? Забор. Куда?
Сейчас ты чё ухандохаешь, блин, идиотом, господи. Чё ты орёшь-то? Да боюсь я, блин. Всё, закрыли глаза. Катапульта. Я тоже так был. Нагон пошел. Здравствуйте, соедините, пожалуйста, срочно с ГИБДД. Тут вообще неадекватный человек на машине. Номера С481КА. Он едет по трассе. Он едет, нет, он едет то по встречке, то не по встречке. Калужское шоссе в районе поселка Рассвет. Вот я сейчас ему дорогу перегородил. Он уходит. Он поехал резко вперед. Да, он едет по трассе, понимаете, он сейчас движется, вот мы сейчас едем по кругу, где иншинка. Он постоянно выезжает на встречную полосу. Я сейчас его пытался отжать, он мне чуть машину не протаранил, ушел. Я еду за Кронукхарин едем. Ой, еле ушли от него сейчас. Высылайте срочно экипаж, пожалуйста. Я вот... Алло, молодой человек, он едет по встречке. Просто я не знаю, как его объяснить. Он сейчас в лобешник ему кто-нибудь въедет. Вот его. Ой, сейчас в сторону. Ой! Ох, чуть-чуть разошлись они.
едем к вам в сторону М2, вышлите сюда экипаж, сейчас Харина проезжать будем. Он едет просто по обочине, вообще пьянище, в нули, в дребодат. Вот сейчас едем к заправке. Он по встречке, прям по мосту сейчас едет, сейчас авария будет. Ой, чуть-чуть, прям чудом разошлись они, чудом. Он сейчас покалечит. Ребят, высылайте кого-нибудь. Не дай бог, сейчас кто-нибудь с ребенком поедет. Он убьет. Вот как раз вот к мэтру подъезжаем, он опять начинает вилять по всей дороге. По Калужской трассе в сторону. По встречке пошел опять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, мимо пролетел, слава тебе. Вон его не вижу. Вот он впереди. Да. Вот он. Скажите, ребята. Да. Вот он. Да. Да. Во. Сжимаю. Сейчас. Ребят, давай. Он вообще в говно. Слышь ты, блядь. Руки свои. Почему в таком состоянии за рулем находитесь? Можете сказать? Включаю, нахуй, меня снимают. А я вас буду снимать, потому что страна должна знать своих героев. Вот этот чудак на букву М чуть не убил несколько людей. Давай, сейчас мы его оформим, а то сейчас это начнется.